здесь кровоизлияние с прорывом в желудочную систему. Это тяжелый больной. Диагноз пациенту нейрохирург ставит за пару минут. Для этого достаточно снимка МРТ. Сейчас компьютерные томографы есть практически во всех центральных больницах. Если на месте нет нужного специалиста, снимок головного мозга больного оперативно пересылают нейрохирургам областной больницы имени Середавина. Консультацию по лечению получают в режиме онлайн. Если привести пациента нет возможности, хирург и реаниматолог сами выезжают на место. Мы уже знаем, на что мы идем, да, то есть мы не диагностические какие-то манипуляции совершаем, а у нас уже есть диагностика, которую мы уже посмотрели в онлайн по телемедицине, и мы уже выезжаем с планом операции. Благодаря современным технологиям врачам удается спасти в несколько раз больше жизней. Ведь при таких заболеваниях, как инсульт, время идет на секунды. Чем раньше больному окажут помощь, тем больше шансов на восстановление. Это очень здорово, очень замечательно, потому что есть помощь, есть возможность посоветоваться, есть возможность обсудить. Кроме того, сделали операцию, остается больной на месте. А как дальше? Как дальше его вести? Какое лечение должно быть? Это также мы можем решить благодаря телемедицине. Ежедневно врачи нейрохирургического отделения больницы имени Середавина оказывают десятки консультаций. В год это почти 300 обращений от жителей области. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов. События.